Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по рекламной платформе MyADS Factory. Не могла, друзья, я не записать это видео, так как на почту пришло письмо. Может, кто не знает. Важная информация. Уже вечером было письмо, 14 часов назад, MyADS Factory, важный, вот я перевела его, что они нам тут пишут. То, что они будут удалять все неактивные профили, которые не имеют активный от пакет, от системы до конца недели. Не знаю, этой недели или следующей. Так что они не могут зарегистрироваться снова. Это что значит? Они будут удалять неактивные аккаунты без права на новую регистрацию. Если удалят аккаунт кому-то, да, то этот человек уже не сможет сделать повторную регистрацию. Вот, ну тут идет уже перечисление, что у них. Так. Ну, тут вот сколько у них посетителей, 1 000 000 посетителей, а также более 400-700 регистраций. Ну, они создали систему, которая приносит деньги каждый день. И что еще они вот здесь пишут? У нас есть много впереди. 2020 год. Весной 4 трейдера будут работать с нами. Так что мы можем сделать еще больше прибыли для каждого партнера. Ну и пишут, что минимальный вывод $5. И на вывод ставить ровную сумму без центов. $5, 6, 7, ну, ровно число. Без всяких копеек. И вывод производится с понедельника по пятницу. И ну, суббота-воскресенье у них выходной. Ну, это так и было на сайте. Это все написано. Значит, ну, заработано у меня уже $68 здесь. Пакеты мои работают. Ну, и вот сейчас у меня на балансе $8. Вчера я еще пакетик прикупила. Закинула рекламку. Ну, в первую очередь, это рекламная платформа, где можно рекламить свои проекты. И во вторую очередь уже как дополнительный заработок. Я и пакеты покупаю, и периодически ставлю денежку на вывод. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Смотрите сами. Хотите работать — работайте. Ну, не хотите — значит, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.